Все, что вы говорили, возмутительная ложь. Возмутительная. Я с вами категорически не согласна. Я категорически. Почему вы все время виляете? Я не виляю. Почему вы все время виляете? Что вы за человек? Я не могу вас раскусить. Не надо меня кусать. Зачем раскусывать? Вы утверждали, что я черствая. Почему мягкая? Бесчеловечная. Человечная. Бессердечная. Сердечная. Сухая. Мокрая. Людмила Прокофьевна, вы любите собирать грибы? Что? Грибы собирать. Березыки, зиновики, попадания. Нет, я к этому равнодушна. Это, я вам искренне сочувствую. Это удивительно собирать грибы. Знаете, это... Возьмем, к примеру, опята. Они растут на пнях. Если придешь в лес, и тебе повезет с пнем, то... Можно набрать целую гору пней. О, опята. Белые осиновики... Они под осинами, под березами, под ельями. По грибам вы большой специалист, товарищ Новосельцев. По грибам, да. Меня зовут Анатолий Ефремович. Я это запомню. У вас ко мне все? Нет, все. Вы свободны, товарищ Новосельцев. Спасибо. Очень хочется произвести на вас приятное впечатление. Вам это удалось уже. Усилить хочется. Из раннего что-нибудь. Любить иных тяжелый крест, а ты прекрасно без извилин.